посмотрите, какие пятнистые вафли получаются, если побрызгать на вафельницу масло вот из баллончика, которое... Вот. Обычно они вот... Ну, обычно, кстати говоря, они вот такие. А тут, видите, с текстурой. Marble. Мраморные вафли. Хотите мраморные вафли, побрызгайте вафельницу маслом. Ну, красивые. Наши знаменитые яйца Пашот. Не наши знаменитые, а папа. Папа, твои знаменитые яйца. О, да, всемирно известно. О, у меня вообще красивое какое-то идеальное яйцо. Посмотрите. Сейчас я вам покажу, как оно. Сейчас покажу. Самый кайф. Мои знаменитые яйца. Твои знаменитые яйца? Вот, смотрите. О, красота. Лепота. Что, Лёша, тебе не нравится? Слабо держится, вот так. Да, у него там липучка не очень. Давай, тащи, аккуратно тащи. Только, не порви эту. Она очень хрупкая упаковка, в смысле бумага. Все, мы поехали на день рождения. Мы, наверное, не здоровались. Всем доброго утра. Сегодня у нас, правда, утро. А мы едем... Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам-парам-парам-парам, на то оно и утро. Едем в гости к Малиновским отмечать день рождения Дениса. И у нас будет... Как вот, знаете, бывают на детских дни рождения, всякие устраивают мастер-классы по... приготовлению пиццы, там, я не знаю, что там еще делают, всякие раскрашивания чего-то. Вот, и у нас сегодня будет манты-пати. Будем лепить манты. И кто-то говорит манты, но мы привыкли говорить манты. Ну, во всяком случае, в Казахстане, если говорить по-русски в Казахстане, то обычно мы говорим манты. Ударение на букву А. Так вот, будем лепить манты у Малиновских. Будет у нас такой этот тимбилдинг. Юр, ты когда-нибудь лепил манты? Нет? Серьезно? О, у нас хотя, будет... Нет, ты знаешь, да. Пельмени, наверное, лепил. Нет, а манты, тоже, да? Тоже, да? У тебя есть свои, это, своя техника? Нет. Нет? Окей. Потому что я знаю, что все лепят по-разному. Кто-то там делает, знаете... такими всякими розочками там, в общем. Сегодня посмотрим, кто как будет лепить манты. Везем подарок, я переживаю, что упаковка такая тоненькая, что она это там повредиться может. Нам главное довести, вручить, а там, думаю, Кузя приходует эту упаковку. Едем без детей, дети у нас, у детей уроки. Вот, и, ну, в общем, они у нас вообще манты не едят. Максим, наверное, есть, но Максим у нас ушел с друзьями в горы, пошли куда-то лазить по скалам. Будете здесь дорогу делать? Да, наверное. Куда идем мы с Питочком? Сейчас Кузя тебя будет встречать. Кузя! О, боже. Да, мы тоже тебя рады видеть. Заходи. Заходи, заходи. День рождения. Это лошадь. Господи, спокойно, спокойно. Это бетон, вот, это бетон, я угадала. Бетон? Да. Это бетон. Да, это бетон. Это поле. На бетоне Юра пишет. Ну давай. Одно не пишет. Не знаю, я какой-то, мы какой-то из холодильника достали. О, это тогда пришло. Ну давайте, давайте. Кузя, 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 будешь распаковку делать? Господи, он уже со своим енотом. Он так ждет, мы ему сказали, сейчас Таня придет. Денис фартук надел, он подумал, что мы наряжаемся и гости идем. Мы сказали, сейчас гости придут, гости. Он такой, там нет вот тут. В чьи гости мы идем? Гостей еще нету, пошел, нашел енота и стоял вот вас вот тут встречал енотом. Молодец. Ты красивая. Давай это, снимай. Говорят, надо снимать. Снимаю. Что-то непонятно. Это для кемпинга. Надо открывать. Открывай. Ёлка, да, для кемпинга. Это ёлка. Вы когда-нибудь это возили ёлку в кемпинг? А вот, придется. А вы едете когда-нибудь? Вань, да, достань. Да зачем? У нас же горы есть. Вопрос, а зачем?
У нас же лыжи. Да. У нас же лыжи зимой. Я сама у нас лыжи. И все равно мы не едем. Это молодцы. Так, что? Это кони? Кони. Кони. Нет, не кони. Кони, люди. Потом коробка, потом еще чехольчик, да. Потом второй чехольчик. Да-да-да, пакетик. Хорошо, что не еще одна коробка. А так бывает, кстати, да? Бывает, придет бывает. Тебе, чтобы... О, это ловщик. Да. На двоих мы оставим. Спасибо. Может быть, можно и третьего впихнуть? Ну да, я так подозреваю, что для третьего как раз... Вот этого, третьего. А, этого не нужно. А это лавстик можно использовать и, допустим, Кузя с Ваней. Да, у него... Нет, Кузя нельзя с кем-то делать. Он участвует. Для клиента, для моих друзей. Пойдите опробовать. Конечно, давай. Давайте. Распаковка. Надо это, снизу тянуть, Юр. Снизу, снизу. Как этот снимать? Все, можете этот, как его? Прекратите. Там где-то это. Давай. Это жиг должно быть. Жиг. Да, я да, там липучка. Целый диван. Ваня, смотри. Мы теперь в кемпинге сможем лежать. Ну-ка, папа, примерься. Я же говорила, что... Так, сиди. А что сиди, он лежит. Ой, смотри, там подвесочка. Чудесно. Чудесно. А у нас есть специальный бокал для кемпинга. Это как раз сюда вот. У нас есть бокал для кемпинга. Вот для этого. Металлические такие бывают. Да. Продаются в Коско. Когда еще в Коско не продавались, они у нас уже лет 10. Кузя, пап. Сядьте, мы эти бокалы. Ой, прекрасно. Милюшки. Чудесно. О, смотри, мам, есть еще. Да, а еще можно бокалы вот так вот цеплять. Ой, два. Конечно, Ваня, это чрезвычайно актуальная информация про бокалы. Ну, это на будущее, на вырост. Понимаешь? О, а ты можешь тут прилечь? Тебе хватит вместо с книжкой, например, если ты читаешь? Да. А голову как-то... А подушечку надо, подушечку. Подушку делал уже много. Ой, можно даже это, загорать. Можно даже загорать. Мне кажется, и Надя поместится тоже. Да, так. Да. Ну так что? Да, она тут? Свежая, если она что. Прекрасно. Это не пользованная мы. Я ее купила. Что мы будем делать? Покажите. Я будем манты лепить. Кемпинг. Прекрасно. А Таня свою постелила. А, да. я тоже свою обычно стелила. У нас же два обычно. Кто вперед стола. Успел, тот и постелил. Таня успела вперед. А, ну у вас один стол, потому что. Да, у нас один. А у нас обычно два. А или три. Ну, у нас же три кэп-сайта. У нас же с кэп-сайтов стол. Ну, стол-то тогда... Таймлапс. А, пускай шатается. Есть же напольный, наверное. Но мне кажется, будет забавно. Пожалуйста, пожалуйста. У тебя батарейки хватит? Батарейки, ну, пока что, да. Таймлапс. Ну, мы с тебя можем. Я с тобой играл. Юрий, говорю, у тебя какая техника лепки мант? Он говорит, у меня нет техники. Забытая. Давно, с детства, да, не лепил манты? Да. А, у вас мантоварки-то нет, конечно. Ну, у нас, во-первых, мантоварки нет, а во-вторых, у нас дети не... Ну, в Алмате, да. Было быстрее купить. Манты готовые, да. У вас нет принудительного, у вас все добровольно. Ну, я и говорю, принудительно, добровольно. Все, да. Все. Кто не хочет есть манты, может не участвовать. Может не участвовать, да. Хорошо. Кто столько слепит, то столько и съест. Ну, а что слепит, то и съест. Нет, Надя обычно ест меньше всех, а лепит больше всех. Ты маркировал. Да, давай, Юля, сиди, слепи. А я... здесь? Нет, да. Я уже съел, да? Мягкое, да. Сиди, слепи. Я уже выпил полбокала. Ой, я думал, ты возьмешь просто это, палочкой масла. Начнем, как говорится, с главного. Да, с днем рождения. Да, с днем рождения вообще. Что я уже это, я уже вас перегнал. Тебе уже сколько исполнилось? 20 исполнилось? Да. Ну все. Да, я чувствую, что... А 21 уже можно, да? 21 уже можно. Прекрасно. Мы сегодня узнали, что наша замечательная ребенка сделала себе татуху. Ну, то есть, как бы этого следовало ожидать, конечно, как бы. Глупо было предположить, что этого не будет. Ну, не говорила. Она еще пальцы сделала. Мы увидели. Да. Вот тут такая. Ну, сейчас покупаю. Вот тут такой мотылек. Мотылек? Да. А на тельце его череп нарисован. Это ее символ такой. Да. По-моему, есть такой мотылек мертвая голова называется. Да. Да, есть. Вот. Бражник мертвая голова. Он красивый. В принципе, из всего, что можно было от нее ожидать, это вот как бы...
наиболее приличный, что можно было предположить. Она за сколько-то пришла? Пусть пришла? Ну да, я попросила, да. Так, сколько надо? А ну сколько напихаешь? Чтобы залепить смог потом, после этого. Так это соль ко вкусу. Кто-то любит больше теста, кто-то любит больше места. Так, что, Таня, придется без этого, без пива тебе обойти. Нет, там есть. Там кабачок. А, все нормально. Там есть секретный ингредиент. Как вы лепите? Покажите. Давайте сравнивать. Как вы лепите? У нас они на самом деле все по-разному лепят. Вот, давайте, это сравнивать. Я не знаю. Да, других вариантов я не знаю. У меня вот. Да, мы тоже так же лепим. Вот такие у меня. Денис, а что ты как-то больно толстый? Видите, да? Я для себя готовлю. Нет, слушай, вот вы знаете, Денис очень странный человек. Он любит в этом деле тесто. Вот, вот, на это я решу. Он любит тесто. Поэтому у него толстый. Для него считается плюсом, если в мандах или там в пельменях много теста. Это вот я сейчас считаю, что это как-то стоит. Очень странный подход. Это мое люблю такое блюдо, называется ушки, знаете? Это когда пельмени без теста. Такие перестроечные. Пельмени без мяса. Нет, без начинки. Они без начинки. Пельмени без мяса. Вообще без начинки. Ну да, в них внутрь... Ничего не кладут. Воздух. А у нас обычно, знаешь, ложили вот эти пельмени без мяса, а кусочек теста. Боже, ну она ничего не кладет. Шикарно. Ой, молодец, Юрий. Вообще, Юрий. А руки-то помнят, кажется. Да. На автомате. Смотри, это Юрий слепил. Умничка. Молодец. Смотри-ка. Способности никуда не деваются. Ну там не пропали. Наши руки не для звуки. А для лепки мам. Нам надо было, знаешь, что сделать, чего? Ребята? Надо было прямой эфир запустить. Ну да, вот еще. А это же прикольно. Ну, единственное, нам надо было бы тогда читать, что там пишут. А, ну у нас есть читающий по-русски. У нас должен быть designated драйвер тогда нужен. О, слушай, его драйвер. Знаешь... У нас есть читающий по-русски, который может нам читать это, вопросы. Не, ну, точно не а мы делаем это. Главное, там еще модератора надо. Не на того напали. Мы сейчас, уходя детям, мы поехали к Малиновским. А, ну ладно. Раз Малиновским по-русски начну отвечать. Да-да-да. А, поэтому. Ну, это мне так показалось. Ну, прямо рефлекс, да? Прикольно. В общем, так бы он бы сказал по-английски. Окей, да, противная Малиновская скажет говорить. Говорите по-русски, говорят. Я еще смотрю. Ну, знаешь, вот у Вани, Вова, тоже ездил в кемпинг, Саша заболел, поэтому Наташа осталась с ним дома. Ну так вот, и Вова разговаривал, ну, чаще всего по-русски. А Вова сколько? Вова такой же, как Леша. Ага. 13. Ну, ему 13 будет, но я так понимаю, того же, он того же в 7 классе. Того же года. В 7 классе. 7 класс закончил. Так, я не успеваю. Смотри, как мы продуктивно. Как же хозяин передайте? Да вообще, растут. Слушай, у меня сил не хватает. Это вытянуть. Просто он растут, прям я не знаю, на глаза. Причем, ладно, допустим, это, ну и... Васька вон в Европе. Макс за руль сел. Да. Васька в магазине помогает. А, да, она... Сейчас ее профессии не искали сразу. У нее интерншип. Она работает типа в Гудвилле, клеит стейзеры. Я говорю, Ася, говорю, потрясающе. Нет, ну подожди, ну это же тоже форма сна. Да, понятно, что это как бы... Какой ты кусок размера отрезала? Понятно, что это чисто как бы ради того, чтобы дети опыт там, типа, жизни в Европе приобрели. А у них, а, это из Европы Гудвилл? Да, да, ну типа Гудвилл. А, ну по-другому называется. Ну да, по-другому называется, но она так называется. Ну, так, чтобы там понятно. Ну вот смотрите, у нас вот трофей. А, я видела фотографию, только почему-то без всяких подписей выложила фотографию. Не сказала, а, это что... в Инстаграме? Да, ну, в Фейсбуке получается. В Фейсбуке нормально с подписью, а в Инстаграме без подписи. О, я видела только в Инстаграме. Ну вот, а в Фейсбуке это сложно. Я просто сперва разместила, обычно я делаю как? Обычно размещаешь в Инстаграме и делаешь как кросс-пост на Фейсбук. Да. А тут я что-то автоматически сделала на Фейсбуке, а потом подумала, ой, блин, а оно же с Фейсбука не это самое, не кросс-постит, не кросс-постится в это самое в Инстаграме. Сделала в Инстаграме отдельно, но там без слов вообще, да. Потому что не успела. Да, и я такая, и потом ну, у меня же так, я поняла. И, ну, можно сегодня исправить. Ну что, пока мы ехали, что ли? Да, пока. Это уже было поздно, ну, ребята, ну, это уже закончилось, знаете. Это 9 час был. Полдесятого закончилось. Да, минут. Это в Санта-Клаусе. А, нет, про. Это часов 9 закончилось, это, да? Да, 9. Это в 9. Это в 9 закончилось. В 9. Да, в Санта-Клаусе университет там у них. Да. Он же говорил, когда мы были на концерте, он говорил, что там будет какой-то концерт. Да, что и вы там говорили, надо как-то согласовать, что мы там уезжаем, что-то. Да, ну как раз. Да. Все, успели. То есть у Вани получается вот за эту сессию у него было всего 5 уроков. То, что он сыграл, это вообще, конечно. Он первый. Гениально. Да, он еще первый выступал и закрывающий. Да, и сыграл лучше, чем. Ну, там второе деление. Там группа на две части была сделана. Главное сыграть лучше, чем ты играешь на уроках. Вот так и сыграл. Молодец. Он сыграл лучше, чем на уроках. Он все, не растерялся, не уважал. Прям все хорошо. Все хорошо сделал. Ванечка, ты молодец. Мы тобой гордимся. Танюша, твой.
Ну да. Видишь, какая Таня щедрая, у нее прямо манта с пирожком. Щедрая душа. Снизу манта, а сверху пирожок. Да, да, да. Ух, видишь? Наружу, видишь? Чтобы откусил манту. Ну это у тебя пошла. Пойдем с нами, следующий. А у меня это тесто хорошее. Я сколько мне теста дают, я столько туда мяса. Иди поучись с нами делать. Вань, уговор был, что ты сделаешь хотя бы один. Да, вот тебе тесто. Ваня, да, берешь, тесто. Короче говоря, вот смотри, так слепливаешь, колобок. Как-то еще по-другому делают, у меня да, еще делают по-другому, какие-то как розочки получаются. Да, да, я сегодня можно еще как сам сутер голиком сделать. На ютубе смотрела, там по-разному есть. А еще как-то мы делали, давайте, у меня была... Я сейчас попробую. Украинцы, казахстанцы и мы, типа, россияне. Ага, значит... А я тогда встану. Ну, типа... Сейчас, я себе тоже... Казахстан, я прожил больше, дольше, чем в России. Убрал паспорт. С русским паспортом я прожил больше, чем в своей жизни. Вот. И все, оказалось, лечили по-разному. Нет, не буду. Украина, ребята, вот. А, нет, дай, мне, дайте. Я Ване буду показывать. Да нет, я буду Ване показывать. Кто не умеет лепить манты? Мастер-класс от Надежды. Убери ногу. Пусти. Берем вот так. Ноги в манты не класть. Вот так, с двух сторон. Вот так, чпок. Это как... Лепишь серединку. Лепи, прям вот так вот, защипываю. Молодец, вот так. Вот прям вот так вот, так раз, да, раз. Только не лепись, вот от мяса до мяса, вот так вот. А эти хвосты пусть останутся. От мяса до мяса залепили. Теперь вот эту вот часть. Как пластилин, представь, что это пластилин. И тогда лепим вот так вот. Я прям не люблю пластилин. Горизонтально. Не любишь пластилин, да? Представь, что ты мне уши выкручиваешь. Вот так, слепляем ее вот так. Что-то у тебя слишком мягкие уши. Слепляем, так. Мух рящик. Оставляем. Мочки ушей делаем. Оставляем. Уши. И этот хвост точно так же делаем. Делаем хвост дельфина. Или кого? Русалки. Ты вот прямо их вот так лепи. Друг с другом. Не-не-не, вот эти вот по краешку. Смотри, краешки вот так вот. Пальчиком вот так вот. Краешек залепляй. Да-да-да. Прям залепляй. Ага. А теперь соединяй вот этот с этим. Вот этот с этим. Вот, смотри, теперь вот так. По одному можешь. Один взял и второй взял. Вот так, хоп. Может быть сильно тонкий. Так, ну почти, да. И теперь с этой стороны так же. Один взял. Ой, ну у тебя надо будет на 6 часов. Ой. Ой, получилось. Ой, заработала. Ой, смотри. Класс. Ваня своя версия. Нормальная, Надя, красиво вот, было. Отлично. Чтобы красиво. Мы отличали Ваня от всех. О. Молодец. Я буду есть мой первый. Хорошо. Отлично. Ну вот, его надо положить, да. Я сейчас, да, я попробую сейчас вариант самсой. Давай. А тут я сейчас смотрела, как ты из квадратненьких бывает. О, да. Смотри, манта самсушка. Смотри, ну, сейчас я раньше вот так делал. Самсамант. Обычно, да. Сейчас, подожди, это еще не... Я импровизирую. Самсамант. Сейчас я их ничего сделаю с ними. Да-да-да-да-да. Я так и думаю, да. Так и думаю. Пока не знаю, как это получится. Какой-то такой символ есть японский. Залепить или нет. Ой, а что такое? Пельмень переросток или мант? Так, личинка манта. Это большой пельмень, да. Пополам, я разделю пополам. Пельмень переросток. А можно сделать в виде вареника манту? Так, смотри. Че, как мы теперь? Не-не-не. А я думал, как-то вот так. Нет, а я думала, что ты будешь... А, так. Нет, я думала, что ты вот так вот будешь делать. Как? Ну, вот такие штучки. Вот такие. Вот, чтобы самса прям была настоящая. А, ну, да. Нет, я думал, что-то блин, такое более компактное, не знаю. Ну, прикольно, ты скрипишь. Да. Давай попробуем. А ты можешь вот так сделать вот такую вот, так в ту сторону. Сердечко. Сейчас, не, подожди. Это соединить. Ну, у меня импровизация. Он лепит ради процесса. Колобок. Но оно развяжется, конечно. А как делают розочки? Что надо сделать, чтобы розочка была? Я видела, квадратненько делали, но вот так вот, если квадратненько. А, я знаю, надо вот прямоугольную, вот так вот тесто выложить, ой, мясо выложить, соединить вот так. Вот так, потом вот так, а потом еще по-разному. Получится, но... Смотрите, какой. Малищечек. Малищечек. Прекрасно. Следующий. У нас сегодня, у меня вот такая манта, смотри. Мешочек. Мешочек. У меня розочка будет. Я думаю, она разбомбится. Ну, посмотрим. Пускай разбомбится, но она одна. Нет, курочка, подожди. Пускай попробует выжить. Это Юрикин. А, это Юрин? Это Юрикин. Мясо сварилось? Все сварилось, все как надо. Да, да, Юрикин. Пахнет. Я сейчас еще положу. Давайте
Смотрите, это From America with Love, да? Да. Надин сосед, сосед же ваш, да? Сосед, да. Делает бочковые огурцы. В Америке, заметьте. Спасибо. Посмотри на размер, сколько тебе? Ну, давай тоже так же. Хорошо. С тем же. Друзья, знает, как выглядит бабушка. А подожди, а мы не увидели, как розочка там распустилась или нет? Это что, следующая? Я хотела посмотреть, она не развалилась ли? А Кузя сметану хочет. А, эти сладкие. Слушай, Юра, вот это вот срирачо. Срирача со сметанкой вообще шикарно. Прям вот как хреновина практически. Я это очень дело люблю. Интересно, вкусно. Кобры нет у вас? Вот это вот получается как кобра. Только кобра же не сказывает. Музыкальный фестиваль происходил. Новый игра. Серебряная нота называется. Серебряная нота. Играли овцы. И еще там были волки. Музыканты. Один из волков с помощью своих 4 сообщниц овец украл главный приз — серебряную ноту. Нет. И собирается скрыться. Я думал, он какую-то овечку украл. Нет, он украл серебряную ноту. И собирается скрыться. Бэк-вокалистку. Нам надо всем вместе, это кооперативная игра, вы поняли. Нам надо всем вместе допросить других всех овечек, которые играли на разных инструментах в оркестре. На инструментах играют. Ничего себе, там оркестр. Да, что, ну такой он специфический. Нормальный симфонический оркестр, большой духовой. Гуглопереводчик. Вот, то есть нам надо спросить овец и выяснить, кто... Вот так, да? Нет. Кто виноват? Надо перевернуть. Кто видел, куда волк спрятал? Очень страшно, тебе все равно непонятно. Нельзя смотреть. Смотри, нет, да, синий должна быть вверх. Ты фигню какую-то делаешь неправильно, еще споришь со мной. 16 овец. Да, их надо сделать на 4 стопочки. Смотри, как должно быть ориентировано. Вот. Ты так сориентировала? Да. Так, что надо сделать? Подожди, опросить всех овец, чтобы что? Чтобы выяснить, кто грабитель, кто волк. Какой волк грабитель? Вот. Подожди. Какой? Стопочки. А волков ты вышел несколько, что ли? Волков много. Тоже. Вот, подожди, нет. Тоже волки. Где волки? Вот волки. Так. Раскладываем. Вот эти овощи. Их надо тут 9 видов. Это кормить их надо будет слепую доставать из мешочка. Посмотрите сейчас на овощи и запомните их. Эти овощи используются... Баклажаны, огурцы. Эти овощи это используются... Надо слепую из мешочка доставать, чтобы подкупить овцу. Да. Вот эти овцы... На разговор ее. Вот они что. Вот. Эти овцы едят каждый, значит, свой вид овоща. Овощей. Чтобы она заговорила, надо ее подкупить. А потом с помощью гуглопереводчика ее... 4, 5, а еще есть 6. Разные испорченные. Да, овощи. Да. И каждый овощ есть испорченный. Большие овощи. Тыква, салат и баклажан. Вот, баклажан. Большие овощи. Есть. Перец еще. Вы их ощупаете. Это, кстати, испорченные. Да, это испорченные. Средние овощи. Сладкий перец. То есть можно на ощупь вытаскивать. Нужно. Да, вытаскивать на ощупь. И перец. Огурцы есть. То есть их нужно запомнить, какие большие, какие маленькие. Средние. Маленькие. Помидор, брокколи, горох. И мы сложим их в черный мешочек и будем доставать. Брокколи, для того, чтобы допросить овцу. Овец можно допрашивать как одну, так и две, даже три. Если они едят общие овощи. Например, если, допустим, вот эту помидорку ей достала, то тебе надо найти какую-нибудь... Да, вот, ну вот есть брокколи. Да. Или тыква. Да, вот можно да. Брокколи, ну, первое, начнем. Смотрите, на овощи брокколи с морковью можно перепутать. Очень похоже, да. Брокколи меньше. Но если ты достаешь порченые овощи... Брокколи – это маленькие овощи, тот выход закончился. Вот еще есть, вот смотри, вот они тоже. Но порченые ты оставляешь на столе. И, соответственно, больше порченые уже не достанется. А, еще вот перец с тыквой можно... Интересно. Нет, перец с тыквой не перепутаешь, тыква большая. Делает шаг. Когда он дойдет до поезда, мы проиграем. Видите, они все такие на вокзал торопятся. Вот это все волки. Они все подозреваемые, они все собираются... 9 видов овощей. А, подожди, а здесь вот. Они все собираются уехать. Овощи так, много. Это большой вид. Да. И у них разные признаки. И помидор. Вот. Так, большие. Вот все виды. Тыква, салат, баклажан. Средний. Сладкий перец, морковь, огурец. А маленький — помидор, брокколи, горох. Надо бы сейчас Я бы вот так распределил. Смотрите. Вот так вот. Да нет, нормально. Смотри, подожди, ну у меня есть логика. Смотри, вот такие в форме полумесяца. Длинненькие, скольченькие. Да, да. Дальше, в форме вот такого дерева, раз, два, три, тоже маленькое, больше, да, больше. Да, да. И в форме как бы... Кругленького такого. Да, вот раз, два, три. Логика. Логика. Oh. Да, молодец. Короче, да. Складываем все. Пощупать. Пощупать, запомнить. Да. И артистка сказала правду, да? Сейчас. Так, значит, тех, кто в синих бабочках... Убираем. Тех убираем. Вот этот, кстати, тоже.
Этих убираем, да. Этих убираем. Наконец-то ты достал помидоры. Двух убрали. А теперь надо их обратно вернуть, да? Ты так долго доставал? Подожди, теперь вот с этой вот я еще. А, с этой ты поговорить еще должен. Да. Так, стрелкой переверни. Да. Окей. Открываем бубло-переводчик. Так. Саксофонист. О, она была тоже саксофонист. Это саксофонист? Вон она, саксофонистка. Или кто это, да? Да, 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 это саксофон. Отлично. И она тоже правду, да, получается, да, говорила? Да. Зеленые штаны убираем. Убираем зеленые штаны. Раз, о, два, три. О, четырех убираем. Ого. Четыре. Так у нас почти уже... У нас осталось шесть подозреваемых. Да. Хорошо. Вот так. Вы понимаете, у нас не там зашифрован. Да. Круг поисков сузился. Угу. Надя вообще в легкую вытащит. Стручок. Это брат пишет. Давай, Надя. О! 6 секунд. 6 секунд. Отлично. Понятно? Ну, а не 6 минут. Так, вот сюда. Вытаскивание стручка. Работа со стручками. Так, так. Я быстро работаю. Я обучена, видишь, долгими годами тренировки. Да, 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 да. Большой опыт. Стручок доставать. Стручок достаю очень быстро. Кларнет. Кларнет. А кларнет был уже где-то. Ну вот. Кто-то из них брешет. Кто-то из них брешет. Они обе лишь указывают. Да, что-то из них. А вот тут еще есть рубль. То есть преступник либо в шляпе в синий, либо с зеленым бантиком. Да, да. С бабочкой зеленой, да. Да, а с бабочкой зеленой у нас только один, саксофон, а в синей шляпе двое. Вот саксофон. Саксофон. Да, да, да. Конечно. Два этих листа. Тебе так хватит. Одна из них преступница, значит. Да, тоже. Или с желтым бантиком, или с... Вот этих подними на их уровень. Или с желтой кофте. Желтая кофта. То есть, либо вот этот, либо вот этот. Но там вот написано этот было, ты говоришь, что в синей шляпе или с зеленым бантиком, да? Да. С зеленым бантиком только один. И в желтой шляпе этот человек. Ну, то есть нельзя, мы не можем да выбрать. Не можем. Угу. Если бы кого-то не было, ладно, так, дальше. Тогда мы бы поняли, что все, это двигаем не дальше. Двигаем. Да. Да. Ну, давай. А тут вот есть кто-то, кто у нас тут? Кого надо проверить? Да, у нас есть кларнетистка. О, давайте кларнетистку. Давайте. Да. Денис, достань ей баклажан. Да, тут несколько баклажанов. Вообще треплется. Ну, тут три баклажана. Большой такой длинный, самый большой длинный доставай. Сейчас мне, наверное, с моим счастьем не с буду этим баклажан достанется. Ну, так давай. О, смотрите, у нас еще есть вот это, которое точно... Это вам не стручок. Гнилой баклажан. А, да ладно. Так, Таня. Блин, давай, баклажан. Подождите, смотрите, хочу сказать. Так, я уже подвинул. У нас есть еще вот это, которое точно говорит правду. Кларнет. Значит, вот это и вот это говорят правду. И пока все. Ну, кого доставать? Баклажан? Все. Да, вот это или вот это. Смотри. Давай баклажан достану. Слушай, а если огурец достать? Ну, а баклажанов три, смотри. Но зато эти точно говорят правду. А, да, да, да. Огурец надо достать? Достань огурец. Достать. Огурец. А, карточку достать. В общем, подожди, преступник, достать? Похоже, сбоку, найден. Сбоку, вот сбоку. Ага. Давай, где там преступник? Переверни. Говорят, мистер. Там написано его имя. Мистер, о, это он. Волковичус. Мистер Волковичус. Ура! Мы выиграли. Все, мы нашли. Подожди, а мы не дошли до 14, да? Мы замечательно. Ух, слава богу. Если бы он дошел, мы проиграли. Да. Ура! Он бы успел нам пользу. Мы выиграли. Молодцы. Мы выиграли. Ура, мы молодцы. Вот все, все колеса просили. Значит, перец не пригодился. Да, так давайте же это выпьем. Выпьем за перец. Как это перец не пригодился? А, только это... Ты его вытащил, да, ну, с первой опрошенной уже. Ура! Они очень красивые, гортензии. Но они, видишь, у тебя в земле сидят, а у меня-то они без земли. Они в земле сидят. Ну, в смысле, они в земле, но без земли. Красивые. Да. Все, пока-пока. Мы наотмечались. Едем домой. Алёша, что это такое зелёное, синее? Это radioactivity. Вот я думаю, как можно пить напиток непонятного цвета? Ну, понятного, голубого. Ну, это же ужас. А у нас, это у нас сегодня такой ужин. Ленивый ужин. О, а ты разные купил. Да. Какой ты молодец. Тебе, а я предлагаю... Это козий сыр и а я предлагаю... А это... Поделиться. Ну да. Да? А это друг семья с другом. С вообще, ты где такой достал-то? Обалдеть. Красота какая. А, это еще какая с имбирным что-то. Имбирь, кишью и семья. Это вкуснота. Надо будет попробовать, если понравится, потом надо рецепт замутить. Да? Красота какая. Вот ужин должен быть вот примерно легкий. Типа легкий вот такой.